Чумой ты, эжей дохта, чумой. Ну все, убралась. Теперь можно и телевизор спокойненько посмотреть. Ни капли совести нету. Бя-бяч мы сумме герои. Анчо хуле, кусай ее. Вово ришму, талав. Дерт. Айбишнему району. Ту, деликово чуй. Чуню. Кусай ее, кусай. Ту, вово ришму. Вереха. Рахбе. Чем это смотреть, лучше новости донищем. Последнее известие. Лидер организации Хизбалла Шейх Хасан Насралла обосрала гордо его. Заявил, что его боевики полностью боевики с Израилем. И предупредил, что не боевик в районе. Раковые ошибки. Сегодня силы сопротивления Пасхуда располагают всеми необходимыми средствами. Если поту денешь, у нас есть свинья. Все, что может нам потребоваться. Нам нужна помощь от Сирии или Ирана. Лемзонош. И пусть сионисты... Талав. Если поту денешь, свинья. Необходимыми средствами. Эли. У нас есть все, что может нам потребоваться. Асбереючи. Нам не нужна помощь от Сирии Сег. Или Ирана. И пусть сионисты знают, Эли, сионисты. Если они посмеют, Лемзонош, то мы пусть Дерталав. Знают, что у нас только есть в Ливане. Эли, а тут у нас что? О, давай поженимся. А Русь не думал, горда, я... А, знакомиться в Мибошу. Говори ты. Не-не-не, хэппер-зэй! Все сиськи на улицу вытащила! Воу-воу! Чэн-чэн-не-не, чуню, хэппер-зэй! Воу-воу, риту! Привет, Маша! Хобакуки? Я Серёжа. Рач? Я такой реактор очень долго. Эли. Даже не ожидал, что встретишь меня. Не ожидал он. Бошуга, что там дальше у нас? Ахагадоль, ахагадан, мере ахли войсте, эмеш муш ахой, имшмур ах войсте. Кимаши хашув, сэнаши бифним. Бифним сэрту гордо. Мере ахагадоль не войсте. Что там дальше у нас? Ну, что-нибудь нормальное сегодня уже по этому телевизору покажут, нет? Сегодня к нам в гости пришел уникальный музыкант. Это Захар Гилядов. О, Гилядов, энд буржуй бире. Команда, которая называется Захар энд компани. Захар энд компани. Захар. Захар, да. Ну давай, представь нам свою компани. Это вот солист нашей группы на духовых инструментах Эдуарда Шуру. А, богатыри. Молодец. А вот здесь лежит духовой инструмент. Что это за инструмент такой? Это как называется? Зурна. Хе-хе, зурна. Покажите нам ее, пожалуйста. Потому что не все знают, что такое зурна. Можно, да? Это что-то такое среднее между флейтой и трубой, да? Нет, это зурна. Кавказские частушки на русском языке прозвучат в исполнении Захара энд компани. Thank you.
жить.